В конференц-зале Российского международного олимпийского университета собрались самые активные молодые люди города – члены молодежного парламента, молодежного совета, молодой гвардии и другие. В качестве лектора – Виталий Игнатенко. С 2012 года он представляет исполнительный орган власти Краснодарского края в Совете Федерации России. Игнатенко – журналист, преподаватель, политик. Сам он родом из Сочи и носит звание почетного гражданина курорта. Как отметил Виталий Никитич, молодежь Сочи всегда была активной, но особенно это ощущается в последние годы. Не без влияния олимпийского фактора. Они были очень реальными участниками всех событий олимпийских, и поэтому на них можно положиться, на этих молодых людей. Диалог с властью, диалог с обществом возможен только через молодежь. Они как раз носители новых идей, новых начинаний. Я думаю, даже новых подходов к сложным проблемам. На встрече с молодежным активом говорили на разные темы, в частности, о политической грамотности молодого поколения и возможности совместной работы в части законотворчества со структурами власти. Одно из прозвучавших предложений – активнее включать предмет правоведения, конституционное право, обществознание как в школьную программу, так и в программу вузов для формирования той самой политической подкованности подрастающего поколения.